Добрый вечер, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник – справжній, чесний і принциповий опер. Людина, яка стояла біля витоків боротьби з організованою злочинністю в Україні. Сьогодні у нас в гостях генерал-лейтенант милиции, легендарний Микола Поддубный. Николай Олегович, добрый день. Добрый день. Я очень рад, что мы сегодня встречаемся. Я рад видеть вас, одного из выдающихся борцов с организованной преступностью, человека, который стоял у истоков этой борьбы в независимой Украине. И вы знаете, чтобы ввести зрителей в курс дела, я не откажу себе в удовольствии зачитать ваши регалии. Генерал-лейтенант милиции и армии. Первый начальник отдела по борьбе с организованной преступностью в Киеве и со временем в Украине. Бывший начальник ГУВД Киева и заместитель министра внутренних дел Украины. Экс-зам директора Национального бюро расследований и экс-зам начальника управления КАП по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Службы безопасности Украины. Я знаю, что в вашей семье было пятеро детей, и сапоги донашивали один за другим, и вы пережили жуткий голод 47-го года. Вот сейчас, с позиции всех ваших генеральских наград, регалий, орденов, как воспринимается вот то время, когда вы были ребенком? Как сказать? Это не только я пережил, а пережили все дети войны сейчас, как закон гласить. Вот. Мы все были одинаковые, очень тяжелое время было, было почти до 1953 года. Ну, пережили. Главное то, что люди были проще не было какой-то большой разницы. Дети были все одинаковые, они как, как кубло одно было. Вот. Так что хватало все коржики у разных сухарей и тому подобное. Конечно, выжили и все учились, стремились к этому, потому что и родители, и учителя наши говорили, что надо только учиться для того, чтобы что-то достичь, что надо науку. Ну, так, тру трудное детство, но я горжусь тем, что как раз вырос в то время, э и в то время люди как-то были проще, потому мы все повырастали, и сейчас здоровые еще и боремся. Простите. Вот интересно, в то тяжелое время сволочей было больше или меньше, чем сейчас, когда, в общем-то, есть достаток? Ну, я, мне тяжело сейчас судить, потому что... Тогда я был малый, и тогда было совсем другое воспитание. Тогда дети не могли где-то говорить что-то об поведении старших или давать оценку старшим. Дети знали свое место, родители знали свое место. Вот. Мне кажется, что в те трудные времена просто народ был более сплоченный и решал те задачи, которые были. Вы возьмите даже... Ну и село поднялось, а возьмите Крещатик. Разбитый же, разваленный был до, до этого. Э, немцы, значит, разромили его, разбили. И я вам скажу, в 49-м году был восстановлен и поставлены вот эти большие здания, где кабинет министров. Полностью почти навели, навели порядок. А это люди работали в основном из сел, тогда привозили вот эти дети, все, были воодушевлены. Мы... Какая-то цель была, что это наша страна и годы за нашу страну, за нашу землю. И чувствовали эту страну своей. И правда? чувствовали своей, никто не ни, понятия не имел, где какие-то там Америки и тому подобное. Вот вы такой суровый, серьезный человек, а я знаю, что вы закончили в свое время курсы реставраторов. Да. И реставрировали Киево-Печерскую лавру, Софийский собор и Александрию даже знаменитую. Как-то не вяжется с образом милиционера. А, ну почему никто, что я думал, что я буду милиционером? То ж такое дело. Дело в том, что до реставрации, до реставрационной мастерской Киева-Печерской у меня был трудный путь. Раньше было, чтобы выехать из села, из этого надо было очень много документов, паспорта не выдавали. Паспорта никаких... не было, да? И не, ну какой, во-первых, я еще был несовершеннолетний, а во-вторых, не выдавали, не разрешали выезжать из сел. Так и я ухитрился, значит, себе немножко добавить возраст. И у райкома Комсомола взял путевку на Селину. И таким путем я выехал из этого, из Села. И села. Поехал на Селину, думал, что там где-то что-то это. Как раз Леонид Ильич Брежнев был, кстати, руководил там. Подъемом, да? Да, подъемом. Так что мы туда приехали, пацаны. Э, детей в основном много было, таких как я. Ну, у нас э, Днем работали старшие, а нас на ночные разруски, там, допустим, вагоны шли с известью, с сементом. Самое, Из самое тяжелое, без респиратора, як вспомните часы, то это очень сложное время. А потом, друзья, там у меня был один белорус, он говорит: давай поедем в Сталину, Донецк, Сталин, он говорит, там мы заработаем, что этот, потому что тут пропадем, действительно не был ни воды, спали под, нас, под навесами. Вот. Приехали в Донецк, а там, там, нас просто попросили, потому что дети, дети своей дорогой. Тогда в Донецк шахтеры жили хорошо, в то время им уделялось больше внимания, у них появлялись машины, и все у нас было впечатление, что там где-то хоть наверху, где-то заработаем какую-то копейку. Ну, одним словом, оттуда мы приехали, этот со мной друг был, он говорит, поехали в Белоруссию, там у меня. Бульбу соберем нет, хотя бы. Нет, не бульбу, поехали в Белоруссию, там мой брат работает начальником ДЭО по дорогах, подзаработаем. Я как поехал в Белоруссию, мороз, там такой снег, леса эти, голод, один хлеб. Чи одна бульба, как вы говорите, ну что побыл, побыл, потом думаю надо ехать назад. Мне брат подарил часы, победу, я их продал. Там приехал в Киев и так я попал в Киев Печерскую лавру реставрационную мастерскую номер один учеником. И здесь уже пошла работа, мы реставрировали колокольню, вот это Успенский собор был разбит и немцами в то время как там разные есть мнения по этому. Кем он да. был разбит, да? Да, как он, этот, это уже потом, а раньше. Так мы еще, помню, московские позолочики золотили купол. Это тогда один раз, как сделали, после того колокольню нет, отреставрировано. Она Но вы на совесть сделали, видно, да? Да, ну делали, учили, сделали. С самого верху каждый кирпичик простукивали, проверяли про этот. И колокольню, по сути дела, сдали в 1961 году. Печерским райвоенкоматом я был призван на службу. Но вы же служили в спецназе, в Закавказе. Да, в Закавказе. Это правда, что вы входили в охрану Шеварднадзе? Нет. Ну, мы охраняли здания эти, кабинета министров, ну, правительственные ЦК Компартии Грузии. Вот, мы охраняли, но ну, в охрану солдаты же. Вот. Говорят, вы в Ираке служили тогда. Это не служил, а это, значит, у нас на полигоне проходили эти стажировку. Ирак был наши союзники, они были довольно приличные офицеры были все это. Так я ездил, мы перевозили спецгрузы. Туда и назад и сопровождение грузов было просто. А вот. на Кубе во время Карибского кризиса а довелось это, побывать? Это уже тоже же опять сопровождение грузов. Вот, но это вызвали в Москву. Малиновский был министр обороны. Родион Яковлевич. Родион, да? Родион Яковлевич, да, поставили задачу такую. Одели нас, поскольку мой отец агроном. Одели нас в гражданскую форму, фотографировали в фас и профили везде и всюду. А накануне приняли кандидатом члены партии, чтобы не уехал. Чтобы я. не дернулся. Ну да, и выполнял просто долг. То, что это отбили, мы там пере это все где-то месяц около пяти, а потом вернулись назад. Еще нам уручили э, министр обороны, так, и тогда Олимпиада какая-то была, дали так, и спортивную майку и футболку, и трусы такие шелковые, красивые. Долго оно где-то у меня лежало, аж до 60-х годов, помните об этом. В 1985 год э, в Советском Союзе молодой генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев объявляет курс на перемены начинается перестройка, гласность, ускорение, демократизация и э, ближе к 1987 году, когда уже расцветает кооперативное движение в Советском Союзе, появляется явление, о котором никогда до этого никто не знал явление, которое называется рэкет. Да. Вы работаете в Киеве в милиции и вам поручают первому создать экспериментальный отдел по борьбе с организованной преступности, фактически по борьбе с нарождающимся рэкетом. Что представляло из себя тогда это явление, и как вы впервые с ним столкнулись? Ну, оно... Ну, Как-то раньше, по-видимому, где-то были у нас какие-то движения. С цеховиками, да? Среди криминальных элементов. У них были свои счеты, свои понятия для того, чтобы где-то выбивать какие-то долги, как, как вы знаете, что не очень они любили ходить по судам или этот. Потому, когда по, у Киеве не я создавал, а это был начальником главка тогда Василишин. Будущий министр, да? Будущий министр. И он на базе уголовного розыска, я работал тогда заместителем этого, начальника уголовного розыска города Киева. Он создал подразделение экспериментальные просто для этого, по борьбе с организованной преступностью. Хотя, хотя мы числились в этом, в управлении уголовного розыска. Сколько человек входило в это? 32 человека было, набрали таких, знаете, как уже хлопцы, вот где-то... Э ну, с районов там на, набирали. Я был с города и э, с управления розыска. Вот. А до этого я работал в розыске всю свою сознательную жизнь. С 1966 -го года я работал э, в головном розыске. Ну, бойцов хороших вот. набрали к вам в подразделение. Так что, и как я попал в милицию, когда я произвался в спецназа Кавказского военного округа, а потом... Там уже специализировался, и по сути дела э, нас хотели направить на Дамаск, тогда события происходили. Сильный, а да. мне родственники, которые работали в системе внутренних дел, сказали, что ну куда тебе ездить, там, давай это, иди в розыск. Я таким образом попал в уголовный розыск. Ну, бойцов бойцов хороших вам дали в подразделении. Нет. Ну, бойцы, всегда бойцы зависят от командира, я так считаю. Почему? Потому что, во-первых, мне легко было ориентироваться в городе. Работал я последнее время по раскрытию умышленных убийств. Был, было подразделение, я его возглавлял. Вот. И все тяжкие такие преступления совершались, конечно, на почве, где-то где лежали, где-то какие-то там разборки. Так я, когда в процессе самой работы, я уже знал всех авторитетов, мне было проще. Дали 32 человека, я собрал и сказал, что я на вас кричать не буду, мы должны заниматься той работой, которая эта работа новая, непонятная, она опасная, и нигде не регламентированная, потому что не было еще законов каких-то о борьбе с Рекетом и тому подобное. Это уже позже вышли и создали Управление по борьбе с организованной преступностью в Союзе. И я вам скажу, что нам пришлось очень много работать по этой линии. Первые такие были вот как вы столкнулись с Рэкетом впервые? Что это было? Ну, какие в основном поступали заявления о том, что, что или украли кого-то, значит, как заложника, а это уже начальник УВД расписывал на меня, как это, или где-то какие-то долги. Не отдавали, значит, опять где-то шантажировали, убивали, угрожали убийством. А было такое: вот началось кооперативное движение. Кто-то стал там выпускать, допустим, спортивные костюмы, и к нему сразу подходили крепкие ребята и говорили: ты должен платить, значит, ну, в месяц. конечно, были. Ну, ну а как же, в основном, это круг людей сейчас, уже те люди, которые они сейчас большинство выросли на это, много из них депутаты, много бизнесмены. Не хочу называть фамилию, потому что... Есть и олигархи? Есть и олигархи, все. Вот. Так что э, сама работа была интересная. Почему? Потому что мне, я говорю, мне просто повезло то, что я знал в городе людей. Знал э, уголовно преступный элемент. Вот, и я знал, куда я иду и с кем я борюсь. А прежде чем это где-то на стрелку нам было ехать, назначали стрелку, мы ее готовили. Было все продумано. И вот вы и... сами ходили на стрелке? Ну конечно, ну а кто же ходил? Первый командир, а потом все остальные. Это, люди же не дадутся. 32 человека проконтролируешь. Мало то, что я ходил, я руководил этим всем. Вот, задерживали. Таких большие авторитеты тогда были этот Патя, был это первый, был э, рекетер, который на левом берегу славился. Сейчас может быть, и забыли. А это такие... были пуля, вата, да. Не, а это уже были пуля и вата, это совершенно другие люди были. Это были, как вам сказать, это были лидеры преступного элемента пуля, этот вата, потом рыбка, потом э, э, слепой был и такие. Эти люди, они не занимались рекетом, наоборот, они уже были, был уже возраст определенный, они свое сидели, и в них было другое понятие, вот, в этих людей. Эти, к этим людям обращались тоже крутые, те, которые не хотели где-то связи иметь с милицией, потому что рано или поздно поступали заявления в милицию, так они обращались к этим уголовным авторитетам, которые сами были как третейские судьи, Суды, раз разрешали да? вот эти споры. Там уже обжалованию не подлежит. Ему апелляции не было. Опред... Да? Определились все, те, которые вступали, они все хотели быть блатными, понимаешь, уже потом, когда большинство в рекет пришло здоровых парней, спортсмены, где не было где работать а развивался бизнес, возьми один стадион, что притворялось этот когда. И каждый был э, там э, такой, э, значит, э, привлекал их туда, все, и там торговали и костюмами, и пирожками, и всем чем, и кошками, и разными, что нет. И каждый, из кошек. каждый, Да, и каждый шашлычника каждого облагали, но это, это не, не те люди были. Ну, а мы, когда задерживали вот это первое, значит, я очень это сильно готовился к этому и спланировал, потому что все были вооружены. Чем в то время, как раз, развалился Советский Союз, уже позже. Появилось да? оружие много. Появилось много армия, значит, возьмите, э, это позже я остановлюсь, по видимому, по правой збанке, когда mm -hmm. военные спецназа из Германии приехали. Да. Их вывезли, ребята, это уже по, по материалам уголовного дела было видно, что их привезли, довезли до границы, отдали предписание каждому сюда. И они поехали, все и все выкидали. Все эти вооружения и все. Вот. Потому что люди куда? Люди здоровые, ему надо кушать, ему надо одеваться. Закономерно и шли где-то уже взять больше туда, дальше фаза реки то укрепления. А стоят первые, вот, мы очень готовились к этому. Каждого, допустим, каждый выполнял свою роль. Все были переодеты, в зависимости от того, какие люди требовали, мы наводили справки, кто требует этот и кто. Долго должен. Мы в такую форму переодевались люди, простые там костюмы. То, то есть шли не как... у, бомжи, мы не шли как, от... как сотрудники. Величанеры. Но все эти, все были обеспечены и радиосвязью, и этим, и разными этим. Вот я, допустим, сидел, где-то приезжал на это, и все наблюдал. Мало того, мы делали скрытую съемку этого... Видео, того, да? Видеосъемку, все то, что происходит. Даже мои сотрудники не знали, что это я делаю. Все. Для чего я это делал? Для того, чтобы потом, когда уже все задержали... В суде. Все, не, не в суде, это суда еще, мы в суде тогда не показывали. Не в суде, это вот когда мы задерживали группу, а задерживали по 6, по 8, по 10 человек, которые вооруженные, все это. И вечером, когда уже этот, где-то к 18, а то и 19 часов, докладывал я начальнику УВД о том, что группа задержана, потерь никаких нету. И скажу, если можешь, можете подойти, посмотрите видеофильм, как работают наши сотрудники. Он приходил, Василишин, я брал указку и на экране показывал, где кто как ведет, кто правильно вел, кто неправильно, и в чем заключалось все неправильные действия, и как они могли оказаться на других, что могли ранить наших это, и их это так дисциплинировали, они уже потом, когда и выезжали, четко работали. Там было видно, кто трус, допустим, это да. Я уже принимал меры для этого, потому что можно всегда отступить, где-то стать. И нет, когда ты все это -то снимаешь, тогда интересно это получается. Вы делали разбор полетов фактически? Конечно. Тренировали и бойцов? И это сидел наш Василий Андреевский. И это, смотрел, и все ему это. И потом уже, когда он ушел министром, он уже тогда создал, вот уже было с МВД Союза, создано шестое подразделение управления. По вы когда шли на стрелки, вы тоже под кого-то переодевались? А я никогда не ходил, никто не знал, знали только фамилию поддубные и все. А так, если поддубные фамилия проходила, то все удирали. Почему? то Почему не знаете? Ну да, но я вам скажу, что мы не наше наши подразделения, это а же все люди вот и Харченко там и этот и много и Кур был одно время и много людей, которые Нога был. Такой э, шустрый этот парень, вот. Он очень интересно, когда они работают, вот, все этот. Мы никогда не, не применяли, допустим, насилие. Насилие тогда применяли, когда задерживали. Тут же не будешь смотреть, пока тебе. А уже когда задержали, категорически было это, что никаких насилий. За стенках. вот это, по-видимому, да? самое главное было психология и на преступников. И на моих сотрудников, что я никогда не допускал, что где-то вот это, что сейчас, вот, позорно смотреть, иногда, что в милиции там палки сунет и туда, и, и куда попало для того, чтобы повыбить свои показания. Это не профессионализм сотрудников, это не профессионально, нема профессионального ядра в раскрытии преступления, а ума у него нет. Тогда а он применяет вот эту силу. Николай Олегович, вот приходится слышать, что э, рэкет начинался в Киеве, в Украине с наперсточников, что это была самая такая криминальная группа. Ну, наперсточники, они, конечно, не так было криминально, это были более хитрые, опять же, из тех, что, этот, это были шулера своего дела, мы... Впервые, когда столкнулись, я помню, поехали я и Кур на левый берег э -э, к детскому миру, там вот это играли. И Кур говорит, ты командир учись а этот, играть вот это, вот посмотри, как он их обыгрывал, как пидать, они же не знали. Он их обыгрывал. Да, так как он играл вот этими руками и это, он обыграл нашего начальника Хвино у ВД на той тоже было азартный очень. Так он его обограл на такую сумму, что той, значит, за голову взялся. и их еще этот, вот. Ну, сами ходили, играли с ним для того, чтобы узнать, где кто, как, как делятся потом деньги эти, все. Да, для... Иначе другого выхода не было. И, конечно, наперстнощики, они ж такого вреда не, не представляли для этого, но в то время... Они были, они тоже относились к каким-то группам организованным. Только у каждого было разбито свое понятие. Он занимался своей работой. Вот когда мы смотрим художественные фильмы, некоторые, в частности, фильм «Место встречи изменить нельзя», где Шарапова внедряют в банду, мы думаем, это правда, это такое могло быть или нет. Вот в ваше время внедряли своих людей, милиционеров, в банды? Ну, я вам скажу, фильм есть фильм. Я не очень люблю смотреть детективные фильмы, потому на то он и фильм художественный для того, чтобы его приукрасить. В то время я не думаю, что были где-то этот созданием э, управлений по подразделений по борьбе с организованной преступностью. У них был отдел специально криминальной разработки. Вот там уже были офицеры, которые внедряли, внедряются, там закон, который закон про РД там разрешается внедряться сотрудникам, да, там разрешается, это надо закон, потому что так, попробую отчить его в суде, если это, если закон идет. В Америке там совсем другие пути по, по, пути, по вот это документирование внедряется, так это все известно, и в суде прямо у них нет, так как у нас досудебное следствие ведут там сколько они буквально задокументировали за это, за это все и в суд, и в суде уже решает. И тот сотрудника, который э, там участвовал, такие утешивают, вот, а тот, который оказывает помощь э, в раскрытии преступлений, тоже смотрит. То есть были люди у вас, которых вы внедряли? Ну, конечно, ну а как же? Ну, это же уже разрешено законом про оперативно разыстную деятельность. Были ли э, у вас осведомители в бандах, то есть люди, которых вы вербовали, которые работали на милицию? Ну, я вам скажу, что вся, по видимому, работа милиции, а главная ее задача это раскрытие. Преступление. И профилактика. А, да? Ну, профилактика, это само предупреждение. И профилактика, кстати, они сейчас забыли. Когда-то была это первостепенная задача. Предупреждение, профилактика преступления. Не допустить преступления. Вот. Самое главное было, и в законе написано, не допустить, оградить человека от преступления. А сейчас, когда мы внедряем где-то это, тут тоже, с одной стороны, мы видим, что совершается преступление. Но другим путем его раскрыть нельзя. Конечно, ни одно преступление, когда-то был старый термин старых оперативников в военное время, в которых я стажировался еще это, они говорили, что уголовное преступление должно раскрываться руками уголовников. Чистыми руками ты оперативник, его не возьмешь. Как бы ты ни работал, это надо, это надо собрать доказательства, это надо вещественные, значит, доказательства, надо признание его, зафиксировать это все. А для того, чтобы знать, где бандеры, конечно, есть осведомители, такого нет у нас, а есть у нас э, названия другие, которые люди, которые работают какие, на милиции. Какие помогают. названия? Ну, какие есть разные. Название. название. Есть агенты, есть доверенные лица, есть люди, которые просто добровольно, если ему надоедает, он видит, что назревает какое-то зло, он приходит, обращается, это можно сказать, что оно осведомитель Но как таково это раньше были осведомители. Тонкий вопрос. А вот писатель э -э Своров... Виктор Суворов, который написал знаменитые произведения «Аквариум», или доколы и так далее, говорил мне, что люди, которые работали на ГРУ из иностранных держав, получали от ГРУ за это деньги, причем немалые. Люди, которые работали вот на советскую, на украинскую милицию, были осведомителями, работали в бандах. Они получали какие-то деньги от милиции или чисто добровольно? Осведомителей, я же говорю, нету такого термина в этом. Ну, допустим, мы исключаем агентурно-оперативную да. деятельность, потому что она так и называется по закону ВВРД. Пусть будет осведомить. Конечно, даром никто не будет работать. То есть они получали деньги? Вот. Ну, получали разные есть. Осведомители, как вы говорите, разные есть источники информации, информации, лучше мы так будем называть, американские видно, лучше там источник информации, источник влияния сейчас такое модное слово. Мы будем говорить источник информации. Конечно же, любое преступление, особенно тяжкое, конечно, как преступление, которое нанесет большой вред государству. И если человек добровольно или по нашему заданию устанавливает, рискуя жизнью, чтобы возвратить вот эти материальные благо, или же раскрыть самое тяжкое преступление, которое есть, это убийство, то, конечно, надо платить. Есть на это специально закон, который определяет определенные суммы для того, чтобы платили вот эти деньги. Николай Олегович, я бы хотел поговорить с вами, вот мне очень интересна тема лидеров преступного мира, лидеров э, криминальных авторитетов, уголовных авторитетов, потому что вот вы сами говорите, когда вы создали подразделение, без командира подразделение не было бы таким боеспособным, без лидера не было бы таких группировок. Совершенно верно. Это были э, умные хватки, цепки, э, авантюристы, э, такие люди, личности. Или разные. случайные были люди? Случайно это шантропа, так называемая, это, знаете, начинающие или этот, а в основном, возьмите по Киеву, первый авторитет такой был сильный, это Пуля, конечно, когда он освободился, я с ним очень долго говорил, его отец, он сын полковника. Вот. Армейского? Да, и он буквально разумный мужик, он... <связывая> ну, у него был вот этот, э, где-то в душе, может быть, и не гордился тем, что он по этому пути пошел. Самое страшное, это не предательство, там оно везде страшно. И в нашем, сейчас почему мы докатились до того, что мы друг другу не доверяем? Предательство сплошь и рядом, нет кому верить. Чем богаче, тем подлее, как говорят. Да. Понимаете? Так же и у криминального авторитета. Вот. Все, как правило, есть же две категории, я же вам говорю. Одни уголовные авторитеты, которые Прошли за тюрьмы. спиной имели это. Они же не хотели на нарах лежать. Они же это. Они были направлены на то, чтобы иметь какую-то корость за счет шестерок, которые окружают их. Понимаете? Потом, когда пришли спортсмены, здоровые люди, образованные, свои как правило свыше или их физических, значит физически чемпионы многие, да, разные, да, они они пришли, им это все надоедало, потому что главный престиж был рубеж, это были люди вот это типа Пули, потом Слепой был такой авторитет, его долго выманивали, ну убили. Их надо было, их человек всем было в Киеве. Они держали Киев, можно так сказать? Они не держали Киев, они держали уголовный вот этот элемент. И жили по понятиям. Немая мира уголовного, есть элемент. Мир есть мир, мир это совсем другое понятие. Неправильно люди выражаются, другой уголовный мир, никакой это не мир. Вот. Так вот, те люди, они, ну, как сказать, это... Там было четко жизнь по понятиям. Нарушил... Ответь. Ответь, да. Тут уже, как грубо выражаясь, не хочу, потому что он уже этот... Вот. Что всех вот этих мелочевок, которые были преданных предательству, они те же люди их видели и они к ним относились совсем по-другому. Их по одиночку убрали, пропали они при разных обстоятельствах. Вот и пуля пропал. и, и, вата. и этот, этот слепой пропал, и Вата пропал, и Патя. И Патя, ну Патя, патя очень интересный был, он молодой, он Несудимый, кстати, был. Но он первоначально на левом берегу развернул такую бурную деятельность. Вот. Я скажу, что они все по-разному интересны. Вот. Для того, чтобы понимать, с кем ты борешься или с самых преступников, чем больше опер, находится, или я имею в виду оперативный работник, или начальник оперативного подразделения, чем больше он работает на этой работе, тем больше он понимает их души, и они тем больше тянутся к нему. Если ты их обманул, все. то уже все. Они видят, что ты не тот человек, который это. Гнилой. Ты должен, да, ты должен показать, что ты защищаешь интересы государства что ты есть государственный человек. А раз ты представляешь власть, то ты врать не должен. Потому они, я в свое время не хочу хвастаться, но я в основном очень много информации черпал из следственного изолятора, из, нашего. Я когда приходили, приходил в СИЗО, все перестухи, что подобные. Пришел, надо... И они все стремились попасть ко мне. Где-то это... Во-первых, он приходит, он же не говорит, что а подобный, здравствуй, я буду на тебя работать. У каждого есть свое горе, у каждого остались дети. Они считал где-то это, и он просит Условия. вот это все сделать. Если можешь, помоги, потому что я куда не обращаюсь, конечно, идешь, идешь и в прокуратуру центральную, высшую, когда еще не было на генеральной прокуратуре. Там же тоже оперативные работники, следователи, которые все же люди простые. Тогда больше, ну, я вам скажу, что тогда больше профессионализма было раз, и где-то процентов 60 в то время все же шли по призванию и на работу. Будь то уголовный розыск, будь то там шестые подразделения или следователи, и нельзя было креть в одну душу, что все работают, все продаются. Так он, он, приходил на работу, он работал. И потому, когда ты ему все это делал, где-то помогал, поможи ему на вот эту, эту, и у него душа к тебе раскрывается. Он говорит, командир, какие проблемы? Да вот, там вот замочили, там такого и такого. Они знают, в тюрьме впервые все знали раньше. Вот. И они там общаются, они тебе дают информацию лучше, чем сейчас интернет выдает эту ложь. Николай Олегович, с одной стороны, значит, люди, которые прошли тюрьмы, которых короновали как воров в законе, очевидно, да, там люди, которые живут по понятиям, и с другой стороны, молодая поросль, спортсмены, которые не хотели тюрьм и хотели хорошо жить. И не соблюдать воровские понятия. Да. Это был серьезный конфликт между ними. Да, я же говорю, серьезный, потому что таких авторитетов их же выбили, просто поубивали в Киеве, когда ранее судимы, и власть все же перешла к этим... Э, здоров... Спортсменам. К спортсменам. Кому, перешла, это... кому перешла власть конкретно? Расскажите, какие были самые сильные крупные группировки в Киеве? Ну, в Киеве я вам скажу, что не хочу, я сейчас не хочу судить, потому что можно сказать, что я где-то значит, там я работал, в том коллективе раньше, это в Киеве, все же была поставлена работа на, на том уровне, который она была. У нас у Киеве не было ни одного вора в законе. Вот. Это, это очень большое дело. А что такое вор в законе? В основном воры в законе это шли с Кавказа и из Ставропольского края, где Горбачев, кстати, из этого, из Северного Кавказа, все воры в законе, они коронировали. И Грузия, да? Да, и ну, Грузия, я же говорю, само собой, самая большая грузина в свое время это. Их навязывали здесь, это а я когда уже ушел, начальник Аглавка, тогда появились тут грузины там разные эти типа, воры в законе, так называемые. А раньше, дот, когда я э, со всей откровенностью говорю, когда я в розыске работал, и начальником УВД работал, начальником шестого, ни одного вора в законе в Киеве не было. Хотели в свое время коронировать на эту должность этого Патю. Ну, Патю убрали, он только освободился где-то на свободе. Погадил. Убили? В месяц, да, он погиб в ДТП. Ну, понятно, что заказное это второе второй все время навязывали этот киселя поднимали не только уголовные авторитеты а и другие и, представители из, из, из власти значит другие люди которые хотели чтобы он был самый главный. но учитывая что он был бугром там в зоне, это его не, не пропускали не этом Но он был один из влиятельных вот сейчас. Кисель, э, да? Кисель. Да, кисель э, их очень много в то время. Ткачи разные там, э, эти, Авдышевы, э, Борики, Савлохов вся, э, все браты его здесь же были. Но Были фашисти, Москва, да. Ми прийшли, коли почалося організувати наше підрозділення в Києві. тогда насчитывалось 28 е, організованих преступных груп, які були поставлені на очок. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був легендарний борець з організованою злочинністю в Україні, генерал-лейтенант міліції Микола Поддубний.